Еще в прошлом сезоне одна из двух команд, о которых сегодня пойдет речь, играла во второй лиге. Другая играла в российской премьер-лиге. А сейчас они играют друг с другом. Здравствуйте, друзья! Это MLBet Первая лига, 13-й тур, стадион «Геолог», который находится в Тюмени. И сегодня Тюмень принимает московская «Торпедо». Все готово к началу матча 13-го тура MLBet Первой лиги в Тюмени на стадионе «Геолог». Тюмень сегодня принимает московская «Торпедо». Это предпоследняя встреча тура, и она начинается. Еще в 19:00 по московскому времени сыграют «Химки» и «Алания», и тогда 13-й тур уйдет в историю. Много забросов на первых минутах у торпедовцев. Надежда, что Лебединка и Стефанович зацепятся, а сейчас зацепится Тюмень за мяч. Бабурин выскакивает из ворот, не оценив скорости Ильи Порохова. Бросился ему на перерез. Во-первых, здесь блистательно финтом Зидана разобрался Никита Балахонцев и сделал передачу за спину Порохову. И Порохов перебросил Бабурина, и мяч, наверное, понемножку запрыгал бы за линию ворот. Байтуков снова швыряет очень далеко в штрафную площадь. Один на дальней штанге. Порохов. И мяч в воротах. Но мне кажется, есть о чем поговорить. Я тоже хотел сказать о том, что Бабурину не позволили добраться до мяча. Вот такой парашют. И в этот момент, да, конечно, втыкается Татаринов, по-моему, в Егора Бабурина. Потому что одна предназначается для стенки Тюмени, другая для торпедовской. Рейна, хороший удар со штрафного. Почему-то верилось, что Рейна сейчас будет бить в ближний угол, а Рейна решил бить совершенно в противоположный. Позволяет Тюмени завладеть мячом. Ой-ой-ой, как опасно может быть. Рейна, Стефанович пытается перебросить через Любакова мяч в поле. Все-таки этот парашют пошел туда, во вратарскую. Посмотрите, пас просто идеальный на Йорди Рейну. Йорди оказался хитрецом и не пошел просто на опережение или там бороться за этот мяч. Он побежал как раз туда, куда должен был сделать пас, по его мнению, защитник. Так и оказалось. В том числе вопросы были о том, почему не остался в какой-то из команд премьер-лиги. Ох, как мяч неудачно выскакивает прямо на Балахонцева. Падает Балахонцев. Смотрим на... Был удар. Вот здесь был удар, это видно. Громыко попал по голеностопу. Тюмени было присуждено техническое поражение. Ох, какой розыгрыш от торпедовцев. И Любаков в одиночку. В одиночку его полностью сводит на нет. Ну, сегодня Соколов пока не разбавляет игру предупреждением. Ох, какой удар! Ничего себе! Вот это красотища, ни с того ни с сего! Порохов. И перевод направо. Вот Шитов. Самое время включиться в игру. Самое время в нее попасть. Не успел я сказать, что нужно еще в ворота попасть. Передача направо. Было ощущение, что сильная, но на самом деле нет. Шевченко к ней успевает. Три девятки сошли сейчас на фланге. Опасный момент и шанс для хорошего удара. И еще Енин, Рейна мешают друг другу. Настолько громадное желание у торпеды бить поворотом соперника, что вместе с мячом могут и по партнеру. Здесь на опережение играет Шадрин, возвращаясь назад. Шитов проиграл позицию. Как мяч сейчас юркнул. Все достаточно плотно пока в середине турнирной таблицы. Ближе к ее верху. Неплохая задумка была в голове у Йорди Рейны. Денис Самойлов спас пенсионерку от грабителей, будучи футболистом Енисея М. Они пытались отобрать у нее сумку, а он не позволил это сделать. Хороший навес! А где удар-то? А где удар? Забыл пробить поворотом Никита Печенкин. Выигрывает единоборство Кобялка. И пошла последняя атака Тюмени. Передача доходит. А удар где? А удара так и нет опять. Не осмелился пробить поворотом, а нужно было. Смотрим еще раз. Там за кадром уже звучит финальный свисток, который подводит итог матчу и подводит итог счету 0-0. Спасибо огромное, что вы остаетесь у экранов, постоянно наблюдая за различным футболом на нашем канале, и в том числе за MLBet Первой лигой.